Вот тут висела клетка с попугаем. Когда зашла, пожарники все потушили, зашла и увидела, что клетка расплавлена. 23-летняя Дарья Кутафина рассказывает о страшном пожаре, который произошел месяц назад в ее квартире. Женщина успела схватить ребенка и в чем была, выбежала на улицу. Проснулась, поворачиваюсь к ребенку, смотрю, у меня дымище. Как раз тут стоял шкаф-купе, из шкафа купе валил дым. О, загорелась, видимо, розетка. Холодильник стоял как раз рядом с шкафом купе. И тоже расплавился, даже дверцы не открыть было. Эта машинка двухгодовалого Димы – единственное, что осталось в квартире после пожара. В огне сгорели детские вещи, мебель, техника и документы. От жара, который был в квартире, полопались и оконные рамы. Стены выгорели до кирпича. Дарья – мать-одиночка, живет только на детские пособия. Сейчас вместе с малышом пришлось переехать к родственникам. Тех денег, которые обещают городские власти как погорельцу, на ремонт не хватает. Дарья Кутафина попросила откликнуться всех неравнодушных в социальных сетях. Очень много дел на самом деле. Штукатурка нужна, там всякие разные смеси, то есть шпаклевка, штукатурка, тазы те же самые разводить, смеси. То есть все это нужно и где это достать. Если у вас есть желание помочь пострадавшей семье строительными материалами, одеждой или денежными средствами, обращайтесь на наш телеканал или пишите на почту news@1yar.tv. Светлана Доброхотова, Денис Лосев. День в событиях.